А ось ця скромна жінка в будь-який спосіб намагається відігнати хвилювання та сумніви. Настя, яка щодня зайнята родиною та зароблянням грошей, сьогодні чи не вперше за довгий час замислилася над своїм майбутнім. Я, скажем так, в ресторані працюю, тому що треба. Надо растить дочь, потому что есть некоторые проблемы, которые надо исправлять. Плохо разговаривала. Ну, скажем так, вообще практически не разговаривала. Мы в логопедическом садике, то есть у нас вот это, ну, слава богу, уже лучше и лучше. Это надо все оплачивать, естественно. Надо работать. Хочется верить, лучше надеяться на то, что что-то изменится в жизни. Ну, и для меня, естественно, ну, в первую очередь, конечно, для дочки, потому что она моя жизнь, это все. Простите, я что-то долго держала в себе. Просто хочется жить. Быть счастливым человеком, счастливой женщиной. И все. X-Factor делает тебя хоть немного счастливой? Да. Да. Я не думаю, что вполне, но в какой-то части это точно произойдет. Ну, если повезет, конечно. Многое зависит от тебя. Ну, да, это точно. Но я тебе желаю почувствовать себя счастливой, Настя. Спасибо. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Простите, я очень волнуюсь. Мы очень хотим, чтобы вы так спели, чтобы после вашего выступления захотелось, как в песне у Антонова, помните? Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Спасибо. Споете так? Постараюсь. Вот бы. А что будете петь? Буду петь из репертуара Ани Лорак «Спроси». Заметишь в зеркалах чужую тень, и не расскажет обо мне ушедший день. Ты не узнаешь по глазам, не говорят, не прочитаешь по губам, они молчат. Лишь только стен, что не оставляй со мной рассвет, не уходи. Моя несмелая любовь в моей груди, в моей груди моих надежд незримый след. Ни мой упрек, ни мой вопрос, ни мой ответ. Ты знаешь все, что прячу там. Тебе отдам. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться. Спроси мою душу, запреты все нарушив.
Серега? У меня да. Спроси мое сердце, какую категорию я хочу продюсировать в этом году? 25+. Да. У меня да. Соседов? У меня тоже да. Спасибо. Спасибо, что пришли. Это дуже приятно. 4 да. Ой, господи, хорошая какая-то. Хорошая девочка, да. Что с тобой стресло? Девочка моя, что такое? Что такое? Что просто как во сне. Такое ощущение, что я просто сплю, честное слово. Умница.